Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, у нас закончился турнир Лига Мастеров 3 звезды. Даже не сомневался, что я останусь. 75 осколков платиновых. Забираем здесь награды. Ну и по традиции, друзья мои, у нас сегодня должен быть буст. Но прошел уже час, потому что я сегодня задержался немножечко на тренировке. Поэтому вместо 4 часов мы начинаем снимать в 5. Даже уже, я бы сказал бы, в 5:30. Что уже сразу, ребята, говорит о том, что хренушки нам с тобой, а не буст. Но тем не менее, я буду все равно, ребят, стараться. Я терять надежду не собираюсь. Я сам себя этим самым успокаиваю, что типа, вот сегодня мы обязательно с тобой возьмем топчик. Ну, как сказать топчик? Лига мастеров, одна звезда. Вот обязательно мы сегодня возьмем. И такими надеждами я себе питаю уже полгода, а может даже больше. Когда мы с ней разбрали-то с тобой? Вот на чесноке. На чесноке. По чесноку, да? Ну, по-честному. Без всяких там доборов, там, откатов и тому подобное. Я вот лично уже и не помню. Но я знаю, что это было давно. И это была неправда. Как радовался, как ребенок, когда я взял. А сейчас, ну, никак не получается, ребят. Обязательно не хватает либо одного, либо двух поединков. Такая вот трабла получается. Ладно, фиг с ним. Погнали. Блин, самое, ребят, бесевое, что у меня, вот я сейчас снимаю серию, а у меня 3 серии лежит невыложенных по черепашкам, представляешь? Или 2, или 3, я уже не помню там точно. То есть, получается, блин, мне снять проще, чем, блин, их выкладывать, представляешь? Так, ну что там у нас, 11... Нет, давай вот, блин, 12-13 или там, я не знаю, ну что-нибудь... Вот, спасибо. Они, кстати, вот начинают, ребята, да? С какого? О, уже 4 персонажа. По-моему, с 20-ки начинают. И вот у них почему-то 20-ка так будет очень долго идти. А нам, по идее, как бы выгоднее, чтобы они с каждым уровнем хотя бы прибавляли по 10-ке. Тогда бы у нас был бы прогресс намного круче. Мы бы с тобой быстрее бы продвигались бы вперед. А так как нам дают с тобой малышей, вот, получается, что мы нифига с тобой не продвигаемся. Так, 86-я позиция. Ну, пока с тобой худо-бедно проходим по 100 ступенек. Я опять же в надежде найти 12-14. Странно почему-то. 12-13, потом идет 12-14. Почему не 13-14? Не понимаю я. Так, и по-прежнему еще 4 бойца. Хотелось бы, конечно, получить уже 5 бойцов, но нам дают вот 4. То есть, мне кажется, что здесь, чем быстрее мы с тобой получаем бойцов, 5 штук, тем у нас быстрее идет прогресс. Но как это сделать, блин? Чтобы как можно на ранней стадии получить, я не знаю, ребят. Вот, вот вам результатик. Нормально? Ну все, приплыли, блин. Это только начал играть, ребят. Но вряд ли я получу тут. Я на ранг не перешел. Не перешел. Все, вот, минус, ребят, уже поединок. Уже, только начал играть, уже минус поединок. И опять же 4 бойца. Ну и что? Ну что я вот должен здесь вот с этим теперь все делать? Ай, бесявая фигня, а. Прям, блин, ну слов нету, а? Да чего, бесявая. Давай баллоном их. Нахлобучил, да? Ну ладно. Погнали. Элита 2 звезды. 48 место. Так, 12-14. 13-15. Да. Ладно, фиг с ним. Поехали. Давай туда кинем бомбу. И добиваем этого Рокстеди. Все. Это было 13-15. Сейчас посмотрим. Ну, сейчас мы должны перейти, в принципе, на следующий ранг, потому что позиция все-таки 48-я. 63-я.
Хочу получить. Да ладно, 13-15 и все, что ли? Вот. И ранг у них всего лишь 35-й, блин. Фигня какая-то получается, ребята. 35-й ранг. Я говорю, 25-й был, наверное, поединков 6 назад. У них сейчас только 35. На десятку подрос. Вот, наверное, из-за этого, ребята, и проблема, что у нас идет медленное продвижение. Давай массовую. Влепим. Я не знаю, то ли быстрее продвигаешься, когда быстрее их уничтожаешь, то ли найти бы вот эту вот секреточку ихнюю. Так, самурай, ребят, 89-я позиция. Ну, с 89-й позиции ты понимаешь, что мы фиг с тобой куда перейдем. Так, а мне... А, у меня 13-16 же, да, должно было быть. А, ладно. Так, я беру Бакстера. И сделаем так. Я сейчас попробую просто одной волной. Но мне кажется, это ровным счетом ничего не даст. Может быть, хотелось бы, чтобы они дали бы мне посильнее противников. Но вряд ли это так сработает. Ну да. 28-я позиция. Всего лишь 28-я позиция. Давай. Я возьму тут Армагона. Хотя Армагона здесь не надо брать, ребят. Здесь можно и Донателлом обойтись. Раз, два, три, четыре. Армагон для них слишком шикарен будет. А Донни самое то. Вот об этом я и говорю. Донателло сделал свое хорошее дело. И мы переходим с тобой в самураи. Две звезды. Позиция 71 у нас. И... Нет, вы должны мне дать 15-18... А, да почему 14-18? 14-16, 14-17, 14-18, что ли? Так получается? Или я что-то пропустил? Фига-то, блин. 14-14-14. Давай уже 15 кубков мне, ё-моё. Дает он мне по какую-то ерунду, блин. Специально, что ли, жадничаешь? Ну, Донни красавчик здесь, смотри-ка. Всех поджарил. Молодец, красотулька. Да какой там, блин, три звезды. Какой там три звезды, блин. Да достали вы уже, а. Вот. 14-18. Так, я возьму, наверное, Зека здесь. Раз, два, три. Давай так. А, уже семидесятники поперли там. Так что тут осталось недолго, ребят, танцевать. Поединков, наверное, еще 6-7. Это в лучшем случае. Нифига себе Зек дал. Молодец. Ушатал. Это только три звезды самурай. Это два поединка нам нужно сделать, чтобы перейти. Это перейти в Лигу Сёгунов. Так, 14-18. Наверное, 15-19 тут. Ау! Ау! Зачем ты, Рэй? Зачем ты крутанул, блин? Вот теперь не дадут, да? Не дали. Смотри-ка, дали. Фух. Ну, ладно, хорошо. Раз, два, три, четыре. А что хорошего-то? Все равно это фигня, ребят. Мне это никак не поможет. Это никак не спасет. Болтых. Ну, тут я не сомневался. Армагон, понятное дело, здесь ушатывает всех. На изи. Да. Значит, что нам получается, ребята, светит? Лига Сёгунов. Одна звезда. Это максимум, да? А, нет, скорее всего, Лига Сёгунов 2 звезды. Это максимально, докуда мы дойдем. Почему-то такое вот ощущение у меня складывается. Жух. И паутинкой добиваем. Так.
Ну давай, 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 проматывай, проматывай быстрее. Смотрим. Сёгуны, 71-я позиция. 15-19. 15-20. Да тут уже все, ребят, шапочный разбор пошел. Что ты тут сделаешь? 52-е ранги. Если бы мы хотя бы сравнялись бы с ними, у них было бы там 70, и я бы 70-ники, тогда да, мы бы с тобой намного быстрее продвигались. А так как мы бьем с тобой вот этих вот малышей, полтинчиков, у нас никакого продвижения нету. То есть как бы противник типа не видит у нас, скажем так, сильного соперника, блин. Потому что мы его разбираем, наверное, не сразу. Может быть, в этом причина, я не знаю. Или он не может перепрыгнуть, блин, сразу через сколько-то определенных там ступеней. Нет, ну давай, уже 15-19 было. Что-то мне тут свистунка-то наяриваешь. Вот 15-20. Так, раз, два, три, четыре, пять. Восьмидесятники, да? Что у нас тут? Железноголовый, как всегда, самый последний, потому что он медляк. Очень медляк. Давай, Крис. Да ну ты нафиг, ты что, совсем что ли припух, Крис? Ну не мог завалить бибопчика. Ну давай ты хоть не подведи, пацан. Я говорю, железноголовый будет, ребят, ходить последним. Очень-очень тугой он, конечно, в плане инициативы. 85-я позиция. И они мне дают до сих пор еще 15-20. Вы оборзели, что ли, совсем, а, уже? А может быть, все-таки дадите мне, блин, я не знаю. Да фиг там, ничего они не дадут. 15-20 и все, да? Это ваше последнее слово? Твою налево, блин, вот уперлась, а, игра. Вот не хочет пойти на уступки, понимаешь? Вот 15-20, все, потолок. Хоть тут расшибись, блин. Засранцы несчастные, а. Ладно, возьмем маузеров. А тут все, ребят, тут два поединка осталось. Ну да. Лига секундов 3 звезды. Это максимум. Ну вот смотри, сколько мы с собой продинамили поединков. Два как минимум. А то и три. Вот. Если отсюда все это, ребята, вычесть, то это как раз была бы та самая идеальная комбинация, при которой бы мы могли бы попасть в Лигу Мастеров. А так, балалайчка нам. Вот такие вот пирожки с котятами, друзья. Да давай, Крэнк, жарь всех до хрустящей корочки, что на них тут любоваться-то, я не знаю даже. Да, ну как ты, блин, ну вот как ты, блин, вот такой вот здоровяк не мог вырубить вот этого вот охламона, я не пойму, блин. Ну, Крэнк, ну что вот с вами не так, я не пойму. Вообще фигня полная, ребят. Я думал, что хотя бы сейчас после этого поединка мы перейдем, перешли, ага. Да я даже ничего не буду здесь, друзья, брать, потому что смысла нету. Будем так отбиваться. Тремя персонажами, неполная команда. Я надеюсь, 4 ступеньки хотя бы пройдем, чтобы нам попасть в Лигу Сёгунов. 3 звезды, ну. Давай, показывай. Ну да. Вот, ребята, Лига Сёгунов 3 звезды, 90-я позиция. Это все, что мы, блин, за сегодня, называется, заслужили. Игра мухлюет. Причем специально, ребят. Ой, блин, спросите. Давай, поехали. А нафиг я это сделал? Блин. Вот это можно было и не делать, на самом деле, массовую атаку, тем более здесь.
Так, три дрона. Так, бомбану, пожалуй, так вот. Теперь, давай, давай, потирает он там лапки свои. Потерун. В красных трусах, блин. Кубарем катись. Идеально. Ну что, братцы-акробатцы здесь прошли. Так, забрали. Ну что у нас получается? Пойдем сражаться. Опять же у нас кто? Алапекс, ребят. Она получить должна уровень. И нам надо 5. Нам надо найти 5 наушников. Один. Один наушник нашли. Так, второй есть. Угу, третий. Третий. И все, что ли? Только третий. Так, четвертый. Ну и последний. Последний нашли, ребята. Пятый наушник найден. Давай прокачивать до пятой, ребят, ступени. Ну что, у нас пока есть, да? Есть у нас пицца, поэтому я, пожалуй, буду, ребята, тратить. Так, одну кошку нашли. Одну кошку нашли. Так, вторую нашли. Третью. Четвертую. А нам нужно 5, да? Пятая. Блин, нам нужно 6. Шестая. Слушай, как удивительно, блин. Нашли быстро кошек с тобой. И шляпы 10 штук. С напитками, конечно же. Один. А, все, пицца кончилась, ребят. Пицца тайм. Ну и здесь, конечно же, с тобой забираем наградушки. Так, ребят, ну что, на турнирке у нас, как ты видишь, слэш. Здесь у нас... Ну, давно я этих хламонов не видел. Усаги против мощи я вам тоже, ребят, советую проходить, потому что здесь вы будете получать осколки на усаги. Если у кого нету, усаги... Усаги топовый боец. Из таких, как Леонардо и усаги, имеет массовую атаку, круговую, так что обязательно берите. Так, ну что, друзья, на сегодня все, уже будем закругляться. Вам большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.